Акцию организовали по инициативе активистов Русского географического общества. Идею поддержали депутаты местного и краевого парламентов. 5 новых платанов высадили вместо когда-то погибших и впоследствии вырубленных. Конечно, многие из них уже пришли в негодность, и мы видим, что пришлось их из-за аварийности снести. Ну а взамен старых мы сажаем на этой же, можно сказать, разделительной полосе, на этом месте мы сажаем новые платаны. И надеемся, что они также вырастят, и также будут наши жители в тени этих платанов находиться. Высота каждого нового саженца около 2,5 метров. Кстати, и платановая аллея была заложена в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых. Тогда эта улица носила название «Ремесленный переулок». Сегодня мы продолжаем эту традицию и вот таким большим составом вместе с общественниками высаживаем эти несколько платанов для того, чтобы сохранять для будущих поколений то, что создали наши предки. Сохранились ли здесь деревья, высаженные более 100 лет назад, неизвестно, потому как платановую аллею обновляют регулярно. Аллея деревьев пережила и сталинскую реконструкцию центра Сочи в 30-х годах, и масштабную олимпийскую стройку. А сегодня город совместно с Минприроды края уже наметил целую программу по омоложению платановой аллеи. Ведь это не просто одна из визитных карточек курорта, но и памятник природы регионального значения. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.